Прежде чем вы решили завести кошку, важно позаботиться о том, где она будет спать. Питомцу необходимо специальное место, так он будет себя чувствовать комфортнее и не потревожит вас. Купить домик можно в любом зоомагазине или смастерить самим. Можно поставить просто какой-то столбик, обтянутый пеньковой веревкой, и вверху сделать какую-то просто лежанку. На лежанку можно повесить какие-то шарики, там какие-то игрушечки, чтобы кошка или ее котята резвились, занимались физкультурой. Ну, это самый простой вариант. Домики у питомцев могут быть любой формы, от обычного квадратного и до самого новомодного лежачего гамака для кошек. Но все же лучше, чтобы он был квадратной формы, с четырьмя стенами, в виде игрового комплекса. Тут ваша кошечка точно будет отдыхать в полном комфорте. Сделан он может быть из разных материалов, как из старого ковра, дерева, так и из фанеры и картона. Все зависит от вашей фантазии. Можно просто сделать красивую лежаночку. Это будет уже достаточно уютно и достаточно приятно вашей кошке. Я думаю, что вы еще и сами подумаете немножечко, и что-то новое изобретете, и все у вас будет замечательно.